Всем привет! Сегодня у нас в гараже Nissan Juke, и мы меняем масло. Ну и фильтра, соответственно, конечно. Сейчас покажем, как работает наш аппарат самодельный для откачки. Все, включили. Процесс пошел. Процесс так. Там будет. Сейчас процесс вентиля надо будет включить. Сейчас сколько мирочек много. Ну, открываем будет. Так, вакуумировать. О, пошел. Даже слышно, как потекло. Чудо-аппарат. Так, приготовим пока масла, фильтра. Сейчас стоит на всасывании. Вот масло будем заливать. Митасу, Япония. 5W30 синтетика. Так вот, карапузик. Кнехт. Нехт. Сейчас будем переключать на слитие. Так, переключаем краны. Вот, ставим нагнетание. Включаем компрессор. И открываем. Открываем там снизу вентиль. Так, ставим. Вот так. Красава. Вот так оно. О, какая здесь крышка интересная. Кашу принесли, представляешь? Что значит похудеешь за ты? Я что, толстая? Не, я тебя спрашиваю, я что, толстая? Здрасте. А кто это вам разрешил собачку в палату принести? Ты 4 литра, да. Слил все равно 4. А что значит вышел? Я ваш лечащий врач. Мальчик, какой ты врач? А ты чебуреками пахнет, халатом в пятнах каких-то. Я не понимаю, почему мне ходить. Вышел, говорю, отсюда, привели нормального врача. Назад, ну, кто больше был? Ау, крестьянин, гоу хоу. Значит, так. Это ощипано. Если ты сейчас же не извинишься, ты вылетишь из этой больницы. Воздушный фильтр извлекаем. Вот он такой забавненький. Покажи-ка, как такой он. Такой вот страшненький. Ну-ка выверни его так. Вот такой вот. Вот так вот люди убивают автомобили. Фильтрон. Фильтрон.
О, как мастер быстро все это делает. Да, достаем, давай. Достаем фильтр салона. О, какой он убитый. Красота. Ужас, блядь.